продолжение автомобильной темы. С начала года в Башкортостане выдали почти 5500 автокредитов. Рост 27% к прошлогоднему уровню. Таким образом, доля кредитных машин в структуре всего рынка в республике практически достигла 56%. Для сравнения, в 2014-м при помощи заемных средств приобретался каждый третий автомобиль. В прошлом году цифра превысила 40%. Аналитики связывают рост со снижением ставок по потребительским автокредитам, в том числе благодаря программе господдержки. По данным Национального бюро кредитных историй, в среднем по стране рост автокредитования в первом квартале составил порядка 24%. Лидирует Москва и с показателем почти 12 тысяч заемных автомобилей, Московская область и Санкт-Петербург – 8,5 и 9 тысяч выданных автокредитов соответственно. У Татарстана выдача увеличилась на 14%, в кредит продано 7,5 тысяч авто, в Свердловской области – 3850 машин.